Гладкая, ровная поверхность. Несмотря на небольшую протяженность, почти 8 километров, эта дорога одна из самых функциональных в районе. По пути здесь встречается военная часть, несколько поселков, стрелковый клуб и Черемновский сахарный завод. Отсюда приличная нагрузка на старое, теперь новое покрытие. Обещают, выдержит. На случай ЧП есть гарантия. 5 лет. Хочу отметить, что на данном участке после выполнения ремонтных работ была проведена диагностика, замерены все основные параметры. Оценена ровность по международному индексу ИРИ при требовании значения 2,2. На этом участке мы получили рекордное значение, я бы сказал, от 0,8 до 1,6. Это, соответственно, оценки отлично. Реконструкция продолжалась около полугода. За это время мастера закатали в асфальт более 50 тысяч квадратов, разлиновали полотно и переделали одну дамбу. 4 года назад воды было так много, что оказалась затоплена сама трасса. Дорожники решили эту проблему установкой сразу 2 труб. Метод на языке профессионалов называется прокол. Горизонтально направленный прокол, то есть на существующей насыпи без разбора ставится установка и вдавливает новую трубу через дорогу. Именно проколом. То есть не горизонтально направленное бурение, вот то, что в городе распространено, а именно это горизонтально направленный прокол. То есть труба вдавливается. В будущем году запланирован еще один масштабный проект. Это будет реконструкция шоссе «Ленточный бор» в Барнауле. Помимо этого, дорожники займутся ремонтом сразу нескольких региональных трасс. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости.